бразильське джиу-джитсу має розповсюдження в усьому світі. Що розвиває воно? І як зараз в Україні сам спорт має свою направленість? Будемо говорити з гостем, який вже прийшов до нашої студії. Це Дмитро Жмакін, тренер з бразильського джиу-джитсу. Такі міцні хлопці, міцні дівчата займаються, але ж насправді цей вид єдиноборств розрахований на слабкого якраз супротивника, який може відстояти будь-кого, так? Да. Чи це є насправді? Дуже раді вас бачити у нашій студії. Такий вид єдиноборств, він, можливо, трошки менше популярний, аніж такі ж, як бокс, наприклад, так? Чи там карате, якийсь час був дуже популярний цей вид спорту, чи там самбо, наприклад. Тобто бразильське джиу-джитсу, воно особливе. Розкажіть трошки про нього, і як, на ваш погляд, чим воно може заполонити і чим воно так зацікавить усіх, більшість людей? Добрий день. Дійсно, джиу-джитсу на сьогоднішній день в нашій країні не столь розвита, як, скажімо, такі ж схожі види єдиноборств, як вольна боротьба і дзюдо. Тому що вольна боротьба і дзюдо, вони достатньо були давно вже популяризовані як в Україні, так і в постсовєтських країнах, тому як тоді вони ще й включались в Олімпійські ігри, як види спортивних, да, соревновань. Бразильське джиу-джитсу появилось не так давно относительно остальных, но тем не менее это уже, наверное, с десяток лет так точно. И на сегодняшний день популяризация, популярность набирает, наверное, последние там 3-4 года, вот так, чтобы развиваться. Само по себе джиу-джитсу является единоборством, борьбой. То есть это такая же борьба, как и вольная, как и дзюдо, но со своими особенностями. И основная отличительная особенность джиу-джитсу в том, что это партерная борьба. То есть мы 90% времени проводим на ковре. Имеется в виду в партере, да, ну это спортивным языком если говорить, то есть лежа на спине, стоя на коленях, сидя, просто не стоячи. Ну, в общем, не в стойке, да. Если вольная борьба, дзюдо, они в основном специализируются на стойке, и начинается вся борьба стойки, то современное джиу-джитсу, наоборот, сейчас уходит вниз практически с первых секунд схватки. А с чем это связано? То есть это так можно швидше побороти супротивника? В бразильском джиу-джитсу в стойке достаточно очень узкий спектр технических действий. И основное действие – это все-таки сваливание или тейкдаун, как он называется. То есть опустить человека в партер. И это основная задача в момент схватки – опустить своего оппонента на ковер. Дальше уже будем развивать игру на самом ковре. Дуже багато таких, я дивилася, наприклад, там такі, треба придушити, як то кажуть, чи щось таке. Ну, тобто, якісь такі схватки, які, я от не знаю, це безпечно? Ну, да. Для учасників. Да, да, є правила? Ну, как и любой вид контактного спорта, без травм не обходится, к сожалению. Но, как правило, травмы зачастую происходят у новичков и у тех, кто с новичками работает. Потому что они еще, не зная техник и специфики, пытаются все решить своей силой. Иногда это приводит там, ну, к микротравмам, скажем так. Ну, то есть без критических каких-то там переломов и так далее. Ну, то есть там ушибы, растяжения, ну, в общем. Это абсолютно. Я тренируюсь уже вот третий год, и у меня травмы постоянные. То есть травмы, которые не проходят практически все время, потому что микротравма все равно влияет, и это нормально, и ничего, я живой, здоровый, две руки, две ноги. Почему удушающие и болевые? Это основной фокус самого джиу-джитсу. То есть есть три аспекта, которыми можно победить. Это по очкам, то есть мы если говорим за соревнования. То есть очки, да. Просто за каждое техническое действие я получаю определенные баллы. То есть я могу соперника не душить, не делать болевых рычагов и так далее. Я могу просто техническими действиями получить набор баллов и таким образом выиграть. Второе – это удушающие приемы. Это все, что связано с
перекрытием сонной артерии, ну, по большей части. То есть, как такового удушения и перекрывания кислорода оппоненту его не происходит. То есть, это без... А можно же и... Засыпают. Вот в лучшем случае оппонент засыпает. Просто это кратковременно такое, 3-4 секунды. Ну, если передержал, оппонент метро... просто засыпает. Це ви зараз налякали. Нет, это абсолютно безопасно. И каждый опытный спортсмен знает, когда этот период наступает. И он, как правило... А вы засыпали? Да, у меня тоже, ну, у всех бывает первый раз. Когда ты не знаешь, как твой организм реагирует на то, что тебя придушили, ты не знаешь, что это такое. Оно происходит, у меня, например, появляется звон в ушах, потом пропадает звук. Я понимаю, что звон в ушах означает, что где-то я пропустил, и мой соперник оказался более техничным. А через какой час потом вы відновлюєтесь? 4-5 секунд. Это очень быстро. И можете продолжать? Ну, как правило, это уже считается проигрыш. То есть оппонент победил. Ну, так, як і в інших видах єдиноборства. Якщо, наприклад, впав вже ваш супротивник, чи там в нього видно, що в нього запаморочення, да. То теж вважається, особливо, що боксі, його да, перемогли. Опонент упав на ковер. Ну, так, все, так, значить, так. Його підіймає, і йому мені считає, здається, що це взагалі так трошки страшнувато, тому що людині є таке не дуже добре, їй зле, все одно вона отримує травму, все одно вона, ось, якщо навіть втратила так на декілька секунд самопочуття своє, то вона вже человек захворіти перший раз може. Не понимает. Он не понимает, что произошло. То есть его просто разбудили. Он вот только что был на тренировке, вот тут и проснулся вдруг. Это очень безопасно. И не просто безопасно, джиу-джитсу на сегодняшний день тот вид спорта, который адаптированный для всех. Ну, от слова совсем всех. Имеется в виду, это дети, юниоры, взрослые, пожилые. То есть начинаю тренироваться, начиная с 4-5 лет и до бесконечности. А в житті це допоможе, от на ваш погляд? Да. Джиу-джитсу в целом спорт, который развивает человека многогранно. Это и физическое его состояние, это и очень хорошо развивается баланс тела. То есть мы учимся, начинаем все с того, что учимся правильно падать, что в жизни очень помогает. Я в свое время... В детстве занимался дзюдо, и мне на всю жизнь хватило там тех полгода или год, сколько это было, чтобы я научился падать правильно. То есть просто идешь, подскользнулся, упал, не разбился, ничего себе не сломал, в лучшем случае отбил ладошки, пока падал. Споткнулся, ну, споткнулся, удержал равновесие. На погоду це дуже допомагає. Это очень работает, да. То же самое девушки на каблуках, часто попадаются камушки, неровные эти. Просто баланс тела, собственно, потому что мы учимся с того, что основа – это держать баланс тела, потому как мы не всегда стоим крепко на ногах, а иногда это просто там рука-нога бывает, потому что это баланс. Дальше мы развиваем стратегию. Стратегию и тактику, потому что джиу-джитсу современное, и чем выше ты становишься по поясной системе, то есть у нас нет там мастеров спорта, кандидатов мастеров, у нас есть поясная система. Який найбільший пояс? Коралловый. Это уже там, когда совсем-совсем профессора за 60 лет по возрасту. А то це треба із часом, так? З вашим життєвим досвідом. Да. До 16 лет есть детский дивизион, детские пояса. У них свои цветовая гамма. Дальше идут взрослые пояса, у них своя цветовая гамма. Основные пояса это белый, синий, пурпурный, коричневый и черный. Вот 5 основных. Дальше после черного это уже начинается исключительно дань уважению профессору, который там... Ну, чорний в багатьох видах єдиноборства являється таким от основним. Да. Так, він вважається крайнім поясом, далі вже після чорного, там вже, я ж говорю, просто дань уваження для професора. Тобто всі намагаються досягнути якраз того рівня, так, чорний пояс отримати. Чи не всі, не всі. Для кого це професіональний спорт, тим, звісно, потрібно стремитися в чорні пояса, обов'язково, тому що це... Престиж. Это престижно, да. Ну, почему вообще, откуда бразильское джиу-джитсу взялось? Оно появилось на самом деле из японского джиу-джитсу, оно на сегодняшний день называется дзюдо. Да, но в свое время Мицуми Маеда переехал в Бразилию, точнее, он путешествовал по миру и застрял в Бразилии, познакомился с семьей Грейси, где они начали совершенствовать японское джиу-джитсу, и потом его... Поехав по миру показывать, что такое джиу-джитсу, его начали называть бразильское, потому что приехала семья Грейси, бразильцы, и их начали называть бразильским джиу-джитсу, и оттуда оно понеслось. На сегодняшний день это очень популярный вид спорта во всем мире, потому как даже там, в Арабских Эмиратах его вводят в школах вместо физкультуры.
джиу-джитсу. Угу. Воно дуже популярно. А бачите, ви сказали ось про те, що можна трошки придавити, так? Придушення є. Да. І ще ви казали, що є больові такі больові, прийоми, да. які теж дуже часто розповсюджено вживаються, так? Да, ось ричаги на сустави, на любій конечності. А вони небезпечні? Чи теж це проходить? Это тоже приходит с возрастом, потому как в каждом дивизионе, в каждом поясе есть определенный ряд ограничений. То есть в белых поясов есть определенные не можно рамки, им. Да, угу. больше которых они там нельзя делать рычаги на ноги. Ну, то есть нельзя делать рычаг колена, нельзя делать рычаг стопы, всевозможные. То есть на ноги там только один вид болевого есть. На руки точно так же. Ну, там кисти, например, можно, болевые на кисти можно делать с синих поясов. Болевые на ноги можно делать с коричневых поясов. Коричневый пояс – это уже предчерный, ну, почти-почти. Это уже такие профессионалы, которые все життя занимаются джиу-джитсу. Звичайно, то для таких людей уже… Там оно все постепенно набирается. Вони будуть з розумом, мабуть. У деток точно так же. Например, по соревновательному джиу-джитсу детском болевые приемы правильный рефери останавливает до момента сдачи оппонента. То есть спортсмен выходит на болевой, и рефери останавливает. Означается, что болевой выполнен. Mm-hmm. То есть деткам нельзя, они не доделывают болевой до сдачи, пока ребенку не станет больно. Якщо дорослий, він теж може якось дати сигнал, да, що... Да, просто похлопать так по само. Оппоненту, по татамі, или иногда бывает просто айкают. Не успевает похлопать, просто айкнул. І тобто все громкий звук означає теж остановку сразу, угу. моментально. З приводу того, що в школах таке, ви вже сказали, що вводять так в деяких країнах, то да. цікаво чому? Це через те, що фізичне навантаження таке загальне? Общее фізичне, угу. да. Приходять спортсмени, крепкі ребята, молоді, з других видів спорту, і вони, наприклад, дві схватки джиу-джитсу не можуть вистояти, вони починають здихатися, у них збивається ритм, серце, вони не витримують фізично. Дуже рваний темп. Швидко? Не завжди швидко. Іноді швидко-медленно, швидко-медленно, сильно, плотно. І от воно все між собою чередується. Тобто ми можемо довго бути в силовому, потім розслабитися. Угу. Ну, наприклад, я вже... привык к тому, что я там 5 схваток подряд работаю, даже не задыхаясь, на ровном дыхании. Для меня это нормально, потому что я не расходую свои силы. Я чувствую оппонента, как он двигается, куда он перемещается, какие он выполняет. И я только делаю в нужный момент нужное техническое действие для того, чтобы там сменить позицию, например. Угу. От ви казали, що можна і слабкому партнерові теж брати участь, і часто ви ставите да. в спарринг сильного зі слабким. Всегда. Всегда. Це... Физическая сила не всегда решает. Ни физическая сила, ни масса не всегда являются основным критерием победы. Или, потому как более техничный всегда победит более сильного, более тяжелого. Угу. И это нормально. В этом и заключается джиу-джитсу. Это не силовой вид спорта, это интеллектуальный. Это очень интеллектуальный вид спорта. И, наверное, один из самых интеллектуальных вообще видов спорта, который существует. Потому что чем старше ты становишься по поясной системе, тем больше борьбы происходит в голове. То есть мы... А як ви продумуєте, що будете тактика, робити? Техніка, да, я слушаю, що делает оппонент, і продумываю свої дальнейші ходи. Он точно так же, будучи опытным, точно так же в голове. Если смотреть чорних поясов, схватки, у них із 10 минут активная фаза 1 минута. Вони за хвилину вже можуть... 10 минут, остальні 9 минут они сидят и ждут. Они борются в голове, то есть у них все, вся борьба в голове происходит, потому что они знают уже технику на уровне совершенства. Соответственно, активная фаза только на ошибках, на каких-то мелких ошибках. А с приводу того, как спортсмены поводят себя на улице, часто деяким навіть забороняється десь вступати в якісь сутички і так далі. Чи це те ж саме стосується і спортсменів джиу-джитсу? Да. А джиу-джитсу... Схватка, любая встреча начинается с особого традиционного рукопожатия, которое означает, что я доверяю тебе свое тело и беру ответственность за твое тело на себя, пока не закончится там эта пятиминутная схватка. И все взаимоотношения в рамках нашего спортивного коллектива мы строим исключительно на доверии, дружбе, взаимопонимании и никогда никакой агрессии. То есть это категорически запрещено. Вот там у меня есть детские группы,
с детками очень сложно работать, потому что они гиперактивные иногда бывают. Иногда они свою вот эту гиперактивность пытаются реализовать через агрессию, потому что там недостаточно еще знаний, техники, они пытаются агрессировать. Но для меня это самое плохое, что может случиться, угу. когда детки начинают между собой грызться. Поэтому агрессии никакой, это обязательно любая схватка. Ты можешь смотреть, они вот сейчас друг друга порвут, два спортсмена. Но они встают, обнимаются, жмут друг другу руки, благодарят и расходятся по углам. Никогда никакой агрессии джиу-джитсу на улице не встретишь. Его нету. Оно... Ну, тобто вони обходять, якимось чином это не чіпляються. Це не агресивний вид спорту, это, я говорю, это інтелектуальний вид спорту. І туди люди, взрослі, приходять сознательно. Угу. Зачем он туди йде? Тому що це і кросфіт, і боротьба, і біг на короткі дистанції, і прыжки, кувырки, і на голові постоять. Ну, тобто там все, весь спектр, вот все, що можна взять из физкультуры, из ОФП, из единоборств, и вот в одном таком комочке, и развитие. Пане Дмитро, справді дуже цікаво, розповідали ви про той вид спорту, яким захоплені самі, і ті ребенок, діти, які приходять, ребенок мой ходит, які приходять до вас, і дівчатка, ще тим більше да, дівчатка, да. можуть розвиватися. Це дуже добре, що ви так ставитесь до тренувань, що ви забираєте агресію, вона не потрібна, треба лише знаходити внутрішній запас, внутрішній баланс і з ним працювати. І це дуже добре. Приємно, що в багатьох країнах розповсюджена така техніка, люди теж прислуховуються, вони хочуть розвиватися. Мені здається, що будь-яким спортом добре займатися, так? А якщо людина хоче вже прийти саме в цей, то потрібно теж вивчити, мабуть, основні ті тенденції, з якими вам доводиться працювати, а ще краще це, мабуть, просто піти і почати займатися. Проще всього прийти на тренування, посмотрети, попробувати, буде краще покуркатися для себе, з нами, і буде так, понятно. І люди зрозуміють, чи треба, чи не треба, і побачать, наскільки це може захопити і взагалі як допоможе у власному житті. Так? Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої Спасибо студії. Справді приємно, коли люди такі захоплені, а вам усім хочеться побажати гарного настрою. Нехай вихідні, ось ці вихідні будуть найкращими, якими можуть вони бути. Тож набирайтесь сил, набирайтесь здоров'я. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.